изолировано. Из люка надо. Парни. Ау. А что такое получение гражданства? Кого? Ну, у меня в инвентаре какой-то свиток валяется, получение гражданства. На 10 уровне его используют. В чем прикол? Да. Тебя будет просто хуярить граждане другой нации. Вот и все. Если я не заюзаю это. Там квестов не будет у тебя. Если не, не заюзаешь, ты просто не будешь в школах, не, короче, будешь всегда 10 уровнем, или даже качнешься, ну, все равно будет плохо. Сейчас куплю свиток изменения имени. Или его уже убрали, но когда-то был. Чё, да. Свиток? Хочу, блядь, залупа. Всем нахуй. Залупа, нахуй. Бегают такие. Печать альтера, продажа персонажа. Знаешь, сколько стоит шопа? 1500. Ну, если твой персонаж хотят купить, да? Чтобы это было легально, нужно покупать за 1477 шопа, ну, доната. И короче, свой персонаж ты вставляешь в эту хрень, берешь и продаешь свой персонаж кому-то другому. А он дает тебе деньги. Это хочет завтра этот Алекс, скажи, купить 95-й или нет. Блять, этот, блядь, дракон этот, зачем, блядь, мне куплять какого-то дракона, чтобы на нем ездить, блядь? Ну да, он дает, блядь, сопротивление атакам, сопротивление удару, критический уровень снижен на 12, ну, блядь. 900 монет, нахуй, это 900 миллионов, нахуй. Ты можешь купить, блядь, за те 900 миллионов, блядь, нормальный шмотик. За 900 шопа еще ты будешь такой, блядь, типа модный, нахуй, нихуя пользы не даст. Блять, я тебе жрать дал, нахуй. Я сейчас, нахуй, сам сожрал, блядь, ту палку колбасы, сброс себя, нахуй. Встал, нахуй.